Добрый день, дорогие рукодельницы! Сегодня мы покажем вам, как шить костюм с ушками на капюшоне. Пошив костюма, начнем с кофты. Выкраиваем детали, добавляя припуски согласно инструкции на выкройке. На полочку будем приклеивать термотрансфер. Предварительно намечаем центр полочки, а утюг настраиваем на двойку без пара. Приутюживаем круговыми движениями с максимальным нажатием. После того, как полочка полностью остыла, аккуратно снимаем подложку. Обмётываем припуски входа в карман. Затем подгибаем на изнаночную сторону и застрачиваем. Накладываем карман на полочку, подгибаем верхние и боковые срезы и прикалываем. Теперь карман настрачиваем. Дублируем одну половинку ушек. Затем складываем ушки лицо с лицом и обтачиваем. Излишки припусков подрезаем и выворачиваем ушки на лицевую сторону. Закладываем и заметываем складки на ушках. Прикладываем ушко складкой вниз к лицевой части передней детали капюшона. И приметываем. Складываем части боковой детали капюшона лицо с лицом и стачиваем. Притачиваем центральную часть капюшона к боковым, совмещая рассечки. Отмечаем линию подгиба лицевого края капюшона и застрачиваем. Прикладываем рукава к полочке и притачиваем. Теперь притачиваем спинку. Затем стачиваем рукав на боковые швы. Заготавливаем манжет и пояс.
Вкладываем манжеты пополам, вкладываем в рукав, совмещаем швы и притачиваем. Аналогичным образом притачиваем пояс. Прикладываем капюшон к горловине, совмещаем рассечки и приметываем. Передние углы капюшона должны заходить друг на друга примерно на 1 см. Притачиваем капюшон к горловине. Кофта готова. Приступаем к пошиву брюк. Вкраиваем детали, добавляя припуски согласно инструкции на выкройке. Стачиваем средний шов задних половин. Складываем половинки брюк лицо с лицом и стачиваем боковые швы. Затем закалываем и стачиваем шаговый шов. Заготавливаем манжеты. И притачиваем. Меряем необходимое количество резинки, стачиваем ее в кольцо, затем прикладываем по верхнему срезу брюк. Скалываем и притачиваем с натяжением. Сгибаем резинку на изнаночную сторону и настрачиваем. Наш костюм готов! Ищите новые видео и выкройки на нашей странице в Instagram и группе ВКонтакте.